Так, друзья, ну еще, как вы думаете, что это у меня в руках? Вот он, мой любимый, настоящий копорский или кипрей, как им говорят, Иван-чай. Это классика, это классика. А до того я вам видео показывала мою первую закупку. Я купила Иван-чай, это с листьями малины. Ну, мне было как бы не очень камильфо, потому что там плавали вверху всякие дрючки, очки там чуть-чуть. И, ну, так себе, он какой-то был мутный, нечистый. Вот я хотела очень Иван-чая, значит, настоящего, классического, но его в клубе не было. И вот, наконец-то, вырвала в остатки, так сказать, получила, купила в клубе, значит, Иван-чай. И я хочу, чтобы мы с вами вместе посмотрели, какое это будет, значит, удовольствие. Так, потому что в Древней Руси этот напиток, этот чай был одним из первых лечебных средств вообще в доме. И славился, даже внесен в какую-то супер-пупер Википедию Великобритании, из того, что я помню. Так, где моя ложечка? Вот, совсем другое дело. Никаких тут этих пылинок. Сейчас мы накроем. И пускай он себе к моей толокняной кашке настаивается. Будет у меня. Во, видите, уже цвет приобретает. Хотя, кстати говоря, я тут начала читать про этот чай. И выяснилось, что на самом деле, ребята, о, ура, деткам, там, беременным, короче, всем людям, которым нельзя там кофеин, то, что активное вещество, да, в чае, в кофе, то это по большому счету, ну, не чай, это напиток. То есть это трава кипрей, которая обладает просто невероятными лечебными свойствами, но очень похожа на чай по цвету. Поэтому, когда раньше в Руси не было чаев, они там всякие кисели пили и так далее, квасы. А вот когда китайский чай появился, то очень предприимчивые, значит, русичи вот обнаружили, что этот чай очень похож на китайский, который стоил очень дорого, и стали как бы презентовать и стали процветать с этим чаем, поэтому он стал всемирно знаменитым. Настаивается, потихоньку седает.